Привет! Сегодня проведем тест, сколько пройдет лодка Казанка 5М3 под лодочным мотором Honda 30 на 1 литре бензина в обычном режиме эксплуатации, как я эксплуатирую данный комплект, где-то 5500 оборотов. В следующем видео потом снимем, как на полном газу поведет себя данный комплект с двумя пассажирами в лодке. Литр бензина вот я уже залил. Honda 30 Казанка 5М3. Так, ну все, стартуем, запускаем мотор, включаем наш измеритель, так называемый. Так, еще раз литр бензина. Так, все, пойдем сейчас на 5500 выйдем. Сейчас посмотрим, какие результаты получились у нас. Литровая бутылочка у нас практически сухая. Бензин весь выработан почти. Так, сейчас глушим мотор. Посмотрим, что у нас тут получилось по результатам. Так, на 1 литре бензина мы проехали 5 километров 140 метров. На оборотах 5500, как обычно я хожу на этом моторе, на данной лодке. Времени потратили 7 минут 42 секунды. Скорость максимальная была 44 км в час. Как-то так. В следующий раз проверим на полном газу, сколько пойдет этот комплект на 1 литре с двумя пассажирами в лодке. Всем удачи, всем пока.